Он говорит, на земляном проводе лампочка. Горит. Я потом, может, всуну прозрачный, чтобы было ярче он горел, потому что эти непрозрачные, они слабо горят. Вот, покажу вам эффект. Можно тут и с двумя лампами, и с одной лампой. Вот, с одной покажу. Качер включен, то есть не качер, но высоковольтная управляемая Тесла включена. Вот так я поставил другой транзистор 500 вольт. Теперь отключаю вот это потребление, это пуш-пул. Включаю, отключаю. Включил управляемую Теслу, отключил, включил, 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 включил. Его и лампа ярко загорается, когда включаю. Ярче немножко загорает. Тот самый эффект, который показывал Кирилл. То есть и потребление падает, и лампа ярче загорается. Скрутил матовый светодиод. Думаю, будет он ярче гореть, а наоборот совсем не горит. У него плюс-минус, но хотя какая разница плюс-минус. И так он должен гореть. Что помощнее может? Он говорит, это все поглощает тот диод, поэтому ему энергии не хватает. Он говорит, слепит издалека даже. Красиво очень горит. Это вместе с 500 кОм резистором. 500 Ом, то есть. Ставил 220 Ом резистор, чтобы его не спылись, все равно очень ослепительно ярко, но вот так направляющий нужно ослепнуть. Вот такие вход, такие, то есть на управляемые Тесла, вот такие, такой сигнал, тут возле антенны. Частота где-то 1 микросекунда, 1 клетка, то значит, это 1,9 килогерц. Вот с двумя лампами еще могу показать, что уменьшает потребление немножко.
Включил. И тут яркость немножко увеличиваю. Так светлее, так темнее, когда отключил. Загорается светодиод. Заземление. Если светодиод, вот такой транзистор у меня раскачивает управляемую Теслу. Ноль 85 Ом. Вот если диод 3 вольт, так 3 поделить на 220 Ом, с какой ток там 0,1 и умножить на 3, получим мощность, значит 0,04 ватта. На этом резисторе, значит, что-то еще можно послабее ставить, по меньшему. Вот когда подключена эта лампа и эта лампа, 400 ватт и 60 ватт вместе. Ну, я тут еще напряжение тут поднял. Тогда подключаю управляемую Теслу, потребление немножко растет. Немножечко. Яркость не, практически ничего я не замечаю. Прибавление яркости. Делал такой качер, я, может быть, этот транзистор немножко испортил, когда его подрубил. 150 вольт. И по качеру режиму я тогда спутался. Думал, что 24 вольта. Ну, теперь поставил за базу 2,3 где-то килоома. Раньше 7 килоом хватало, и он нормально запускался теперь. Пришлось так сделать, вроде ли это мне кажется, или я его попортил. Вот такая угасильная эти. И камера сама приблизилась. Светодиод заземления не горит. Еле-еле горит. Частота 20, то есть 700 килогерц.
я запустил 22 вольт этот катчер, потому что так лампа не горела. Вот теперь частота вот этот индуктор. Я перед этим еще запускаю. Вот где-то 1,95 мегагерц. Я раньше двигал, когда тут 7 кило в базу шло, а не 3 кило. Вот туда сюда двигал индуктор. Так добавлял еще вот эту покатушку. Вот эту, чтобы частоту понизить было где-то до 1,6 МГц вот это. Индуктор двигал, тоже частота менялась. Но это никак не влияло. Мне кажется, этот транзистор попортил тогда. И его теперь чувствительность упала. А теперь частота 1,8 мегагерц где-то, или 1,9. Теперь я сдвину индуктор. Вот сдвину. Теперь частота. Где-то 1,9. Немножко повысилось. И вот с этим вот колечком частота. Где-то. Ну вот такая. А без колечка частота 2 МГц примерно. Транзистор очень дорогой, горячий, жалко, что попортил. Вот сделал катчер на транзисторе КТ-805ИМ, он 2 ампера держит, поэтому под вентилятор нужно осторожно, но он стоит где-то 6 раз меньше, чем тот, который попортил, чем вот этот. Вот ему достаточно 7 кОм в базу. Ему даже тыкнуть теперь достаточно, и он начинает работать. Лампочка светодиод. Где-то 1,7. 1,8 мегагерц. Жаль, что нет того чисто такого мультиметра, который мерит частоту, чтобы точно знать, какая теперь частота, а то по клеткам считать не очень удобно. Но с твоей помощью может все измениться. Если вот как ярко горит это дело.
на том транзисторе, кажется, так и организирует. Потребляет, можно сказать, 1,5 ампера. Где-то 23 вольта теперь. Могу повысить напряжение. Немножко повысил. Где-то теперь 1,8 мегагерц.